Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим вот такой ореховый десерт. В миску кладем яйца и сахар. Взбиваем до увеличения в объеме. Добавляем сливочное масло и сметану. Продолжаем взбивать. Далее добавляем соду и муку. Вот такое тесто у нас получилось. Добавляем измельченный орех. Перемешиваем. Наше тесто готово. Противень застилаем пергаментной бумагой и по желанию смазываем маслом. Выкладываем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов до готовности. Бисквит готов. Достаем и даем остыть. Таким же способом готовим еще один бисквит. Готовим самый обычный крем. Для этого нам нужно сливочное масло, ванилин и сгущенка. Все вместе взбиваем.
Фаржи пропитываем молоком и смазываем кремом. Натираем орех и засыпаем какао. Холодильник пропитаться на 2 часа. Достали десерт из холодильника, режем на кусочки. Десерт у нас получился. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!